«Мечтай и побеждай» – это спортивные соревнования Московской области по художественной гимнастике. В Пушкино уже есть похожие соревнования. «Цветущий май» каждый год собирает сотни спортсменок со всего Подмосковья. Эти же соревнования решили посвятить Екатерине Селезневой, двукратной чемпионке мира по художественной гимнастике. Она лично принимала участие в организации и оформлении зала. Соревнования ежегодные проводятся в третий раз, но второй раз именно в нашем городе мы проводим. И я, конечно же, просто несказанно рада, что мы набрали такое количество участников, более 300 человек, если быть конкретной, 350. Конечно, много ответственности. Участницы приехали из разных городов, чтобы выступить в своих категориях. Многие из них уже получили спортивные разряды. Эти девушки могли не только подтвердить свои титулы, но и повысить звание. Гимнастки соревновались сразу в нескольких дисциплинах. Гимнастки очень сильные, из разных городов приехали. И Рязани, Раменская, Долгопрудный. То есть достаточно высокий уровень спортсменов. Ева Гирсова уже мастер спорта России, член сборной команды Московской области, занимается в Пушкино. Конечно, всегда есть конкуренция, но мы с тренерами много работали, и я надеюсь, сегодня у меня получится показать всю свою работу на выступлении. Ева заняла первое место в своей категории. В конце был парад гимнасток и церемония награждения. Спортсменкам вручили кубки, медали и памятные призы. Мария Лихобабенко, Владимир Парфенов, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.